Вилл Смит меня полностью проигнорировал, скутер мне не вернул, и дальше я отправился за приключениями пешком. Подойдя к зданию мэрии, я немножко растерялся. Солдаты хаммером перегородили дорогу, катались туда-сюда. По городу продолжал носиться Вилл Смит на скутере. Мои просьбы вернуть скутер игнорировал. А если присмотреться в чат, то вы увидите, как эти беспредельщики общаются с бомжами, читерами, и просят их сделать им по мотоциклу, натюнинговать машины и все такое. Я ничего не выдумываю, это на самом деле в чате видно, если присмотреться. Я долго гонялся за Вилл Смитом, чтобы забрать свой скутер, и в конце концов мне это удалось. Но ненадолго. Какой-то армеец меня сбил с него и поехал дальше кататься. Когда я забрал свой скутер, было уже поздно, он уже весь дымел и готов был взорваться. Обратите внимание, сейчас можно увидеть, как сотрудник милиции пытается сломать столб. Ну полный беспредел. Там сзади взорвалась какая-то машина. В общем, площадь мэрии в огне. А, я понял. Видимо, этот столб мешает вертолету взлететь. Поэтому полицейский так сильно пытался его сломать. Обратите внимание, вон полицейский прыгает по лавочкам, и они еще все целые. А вот слышны выстрелы. Правда, я поздно повернул камеру. Я так понял, что полицейский расстреливал лавочки. А вот и появился наш Вилл Смит. И заехал прямо на ступеньки. А вот теперь, вспомните, в начале фильма я показывал фрагмент, как Вилл Смит со своим напарником объясняли мне, что здесь нельзя парковаться. А сейчас я вспомнил, что Вилл Смит забрал у меня скутер, и я решил ему об этом напомнить. Ну, ясное дело, он не обращал на меня внимания и занимался своими делами дальше. Когда у меня забирали права за то, что я остановился на этом месте, мне сказали, это не парковка. И то же самое я решил сказать Вилл Смиту. Я ему написал, убери машину, это не парковка. Он тоже меня проигнорировал. А сейчас обратите внимание на чат. Вилл Смит пользуется услугами бомжа-читера. Он просит затюнинговать автомобиль. Внимательно читайте чат, и все это вы там увидите. В конце концов, Вилл Смит услышал мои требования убрать машину, повернулся ко мне и сказал, «А что ты мне сделаешь, салага?» Читайте чат, эта фраза тоже есть в чате. Через пару минут Вилл Смит уехал, потом опять приехал и стал поперек тротуара. Я начал требовать у него убрать машину, продолжал требовать вернуть мне мой скутер, но ему было по барабану. Он просто развернулся, назвал меня нубом и уехал. Теперь у меня появилась новая задача. Мне нужно было прогнать солдат с тротуара. Именно с того тротуара, где я припарковался и у меня забрали права. Кстати,
Если вы обратили внимание, то солдаты ходили с оружием. С автоматами, с пистолетами, стреляли по городу. Где-то я слышал, что вроде бы им по городу нельзя ходить с оружием. Ну, может быть, я не прав, но это так, на заметку. Вот сейчас можно увидеть, как они меня окружили после того, как я предложил им убрать машину. Не знаю, что они хотели сделать, но что-то они резко передумали, и Хаммер отъехал. Но ненадолго. Кстати, там на дороге показался Уилл Смит. Он продолжал чудить, беспредельничать. Видите, как он красиво ездит. Я думаю, если бы так ездил кто-то из простых граждан, уже бы давно забрали и права, и машину, и посадили бы в тюрьму. В итоге ничего хорошего с этого не вышло. Уилл Смит со своими друзьями на меня обозлились, обвинил меня в провокации, объявил меня в розыск и хотел арестовать. Первое, о чем я подумал, это ну все, от них мне не сбежать, их слишком много, придется мне идти в тюрьму. Но тут произошла совсем нестандартная ситуация. Такого никто не мог ожидать. Появился некий Микки О'Харада и двумя выстрелами успокоил Уилл Смита. Возле здания мэрии началась перестрелка. Микки О'Харада пытался разогнать беспредельщиков, и у него это неплохо получалось. В общем, он всех разогнал, подошел ко мне и просто улыбнулся. Вот кто наш настоящий герой, Микки О'Харада, защитник простых граждан, убийца беспредельщиков. Он предложил мне вступить к ним в банду, но у меня не было времени нормально с ним поговорить, потому что мне начал присылать смски Уилл Смит. Кстати, как вы видите, в смсках Уилл Смит пишет: «В этом беспределе нет ничего плохого. Он просто выпил немножко пивка». Так что же это получается? Сотрудник ФБР выпил пивка и устроил тот беспредел? Нет, ребята, это не сотрудник. Я искренне надеюсь, что Уилл Смита и всех остальных выгонят с работы, и они станут бомжами. Вот такая вот интересная история произошла со мной ночью. ФБР... Солдаты, полиция пытались меня убить, арестовать, а банды меня все время спасали. Кстати, за этого ФБРовца, что сейчас ко мне подошел, вы не переживайте. Мне удалось от него сбежать, он не смог меня посадить. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!